хочу поделиться с вами простым рецептом десерта из яблок и груш. Фрукты долго томятся в пряном винно-медовом соусе и становятся такими ароматными и вкусными, что просто с ума можно сойти. В готовом виде этот десерт из яблок и груш можно подавать как горячим, так и холодным, в качестве самостоятельного блюда или с мороженым, печеньем, блинчиками. Словом, вариантов его использования очень много. Рассказываю, как приготовить десерт из яблок и груш. Надеюсь, этот несложный рецепт вам понравится. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. В кастрюлю налить вино и поставить на средний огонь. Фрукты вымыть, обсушить. Разрезать вдоль напополам, вырезать сердцевинки и удалить все косточки, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Как только вино закипит, положить в него мед, бадьян, корицу и ваниль, перемешать, пока мед не растворится, выложить фрукты, накрыть крышкой и томить на медленном огне около часа. Ставим лайк и подписываемся. Выключить огонь, плотно закрыть крышку и оставить фрукты остывать, пропитываться сиропом. Если планируете подавать десерт в горячем виде, то совсем ненадолго. Готовый десерт разложить по порционным тарелкам или в большую посуду для крюшона. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты. Яблоки, 2-3 штук. Груши, 2-3 штук. Лимонный сок, 1 чайная ложка. Вино красное полусладкое, 2 стакана. Мед, 4 столовые ложки. Бадьян, по вкусу. Корица, по вкусу. Ваниль, по вкусу. Количество порций 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До встречи!